Администрация города разыскивает самых спортивных, деятельных и, разумеется, добрых и любящих мам. Помочь найти этих женщин власти просят первоуральцев. В городе стартовал отбор участниц на конкурс «Я мама». Все трудовые коллективы, жители города могут заявить кандидатуру, достойную на это звание, и тем самым выделить ее среди горожан и поблагодарить. В этом году победительниц будут определять в 6 номинациях. Это многодетная мама, мама-бизнес-деятель, фитнес-мама, профсоюзная мама, мама-золотое сердце и мама-героя нашего времени. Последняя номинация новая. В ней награды получат матери, воспитавшие своих детей как достойных граждан города. Если вы знаете первоуралочек, достойных звания самой лучшей мамы, расскажите о них. Заявки на участие в конкурсе отправляйте по электронной почте до 25 октября. А церемония чествования «Я мама», посвященная Дню Матери, пройдет 22 ноября в ДК ПНТЗ.